Диакон выгоняет своих коров. Вот он. Своя техника. Уборочная, дом. Видишь, как хорошо в деревне. Свое молоко. Видишь, какое вымя у коровы большое. Это Неонила, ее домик. Там дальше, видать, Барабаш со своей техникой. А это мы стоим у Саманного. Мы называем это гостиница. И здесь находится бульдозерист Волков Владимир Иванович. Вот машина его здесь. Каждый день тут сестры меняются кормить, а Никита в корзинке приносит там, где работаем, чтобы ему не отвлекаться. Вот сейчас подготавливает, прямо напротив, уткнул носом. И тут же отдыхает, спит. Ну, а это вот наши вокруг тополя. А это вот кольца, 4 кольца самодельные. Павел наш делал, я их у него перекупил и перетащили в прошлом году. Очень мощные стенки у них. Вот так. А там Алеша в сенах идет. С утра, видимо, свое хозяйство что-то приносит каждый раз. Ничего не спросил ни разу, что он носит, откуда. А это вот Нина Васильевна, сестра моей Надежды Васильевны. У ней душ есть, сын сделал. И сюда Владимир Иванович вот уже два дня работает, 2 дня ходил душ принимать. Видите, как все. Одни душ, другие другое. А там он голубь, видать, на дороге. Откуда он взялся? Один. Один пасется, его подкармливают все, и к моим не летит. Я к нему принес голубку, а он не полетел за ней. Я хотел его замануть к себе. Ну, далеко ты отправилась. Это утром надо было принести, ну, на молитве. Владимир Иванович. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Владимир Иванович. Я забыла, зачем было что-то. Да ну зачем? Не возьму. С собой возьмите. Нет, где его ставить? Не надо. Где его ставить? Ну, почему вы квартира молитвы стоите? Да я глубоко попил, наверное, все нормально. Ну, да, дед, когда вам принесли, вы говорите, ну, ладно. Ну, ну все. К обеду принесу. Вот так. Так, как есть. Сегодня у нас 6 августа 2016 года. Он заправляется, проверяет и поедем на второй мостик. Тут солнце с этой стороны, тут плохо видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять крупного рогатого скота у диакона. А у Барабаша, что-то он там тащит банки или еще. Непонятно. Непонятно, банки какие-то волоком тащит. У него, кажется, 36 крупного рогатого скота. Ограничения нет. Пугали, что нельзя будет больше там 5 держать. Налогами задушат. Но пока нет. Как уж Бог даст. Это у нас электричество идет на лагерь, на насос. Столбы сами ставили. Тут Виктор Николаевич, кажется, лазил наверх. А так-то в основном Павел это помогал. Огородчик наш здесь лагерный был. Теперь не лагерный. Ой, 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 ой. На коров лает. Немецкая овчарка хорошая. Сын привез. Вот так. Второй сын в Германии живет у нее, у Нины Васильевны. А это дальнобойщик. Сергей, а тот Олег. Хорошо.